Всем привет, вы на канале SuperKit. Сегодня на обзоре будет mSATA SSD. Да, не самый популярный и уже немного подзабытый и исчезающий вид твердотельных накопителей. Стандартно сегодня диковинный, но еще есть места, где он применяется. Объем 256 ГБ, скорость чтения 550 МБ в секунду, записи 500 МБ в секунду. Хотя со скоростью даже заявленной не совсем четко написано. В описании спецификаций одни параметры, которые я уже назвал, а на скринах немного, но отличаются. Однако разбежность скорости может быть из-за обобщения по разной емкости, поэтому самым точным практическим значением будем считать скрин с указанием, что данная скорость относится именно к емкости 256 ГБ. SATA 3 TLC NAND. Толщина 3,5 мм, длина 50 мм. Данная модель представлена диапазоном емкости от 64 ГБ до 1 ТБ. А жаль, что нет на 2 ТБ. У SSD Tanbash та же история, кстати. Обычно при тестах mSATA SSD я использовал разные адаптеры на SATA, но в этот раз решил воспользоваться разъемом для такого диска на системной плате своего нового мини-компьютера. Хоть и кажется, что классические SSD с обычным разъемом SATA являются более надежными и они хоть как-то защищены, но вот такая возможность установить накопитель прямо в плату означает отсутствие проводов, и это все-таки подкупает. Первое включение, как правило, требует инициализации. После назначения файловой системы получаем доступными к использованию 238 ГБ. Crystal Disk Info показывает состояние нового диска, его смарт, набор инструкций и режим работы. Датчик температуры отсутствует, а в соответствующей графе вечные 30 градусов. Вот бы лучше эти 30 градусов были бы за окном круглый год. В HDTune скорость чтения стабильно держится над значением в 500 МБ в секунду. Уж как бы там ни было по скорости записи, но скорость чтения – это всегда максимальные значения на всей поверхности диска. В Crystal Disk Mark фактически, как и было предписано, почти 550 на 500 МБ в секунду. Пока что все указывает на то, что твердотельник вполне хорош, так как заявленные параметры подтверждаются. Smart Victory и тест поверхности создают стандартную картину о диске. Во всяком случае, никаких отклонений не видно. Теперь же предлагаю посмотреть на скорость записи при беспрерывном копировании объемных файлов. Как всегда, у меня это набор файлов на 100 с плюсом гигабайт, которые в зависимости от объема и обстоятельств я записываю до нескольких раз. И в отличие от прошлых раз, когда я копировал все со своего SSD Samsung, сейчас это будет недавно купленный SSD Somnambulist на 512 гигабайт, который как раз и установлен в мини-ПК. И если по скорости записи у него были вопросы, то по скорости чтения он отличный, а именно скорость чтения от него и нужна будет. Из 256 ГБ, а точнее из доступных после форматирования 238 ГБ, первые 90 ГБ записались на скорости около 350 МБ в секунду. И хотя эти 350 МБ в секунду явно ниже почти 500 МБ в секунду, которые наблюдались по тесту в Crystal Disk Mark, все равно это очень хорошая скорость для стандарта SATA 3. После 90 ГБ беспрерывной записи скорость падает и колеблется около значений 45-60 МБ в секунду. Этот диапазон около обычных цифр для подобных устройств. Неплохо и нехорошо. Ну, может чуть ниже обычного значения, которое я бы подвязал к отметке в 70 МБ в секунду. В этот раз хватило одной записи папки в 100 с плюсом гигабайт, чтобы увидеть возможности диска. По своим скоростным данным, это обычный недорогой SSD, по цене он недорогим и является. Продается дисков от этой фирмы много, отзывов много, вроде бы положительные. У продавца на AliExpress проскакивает информация про 3 года гарантии, но это просто написанные слова. Кстати, был период, когда AliExpress продавал отдельную гарантию, очень мутная ситуация была, когда нужно было воспользоваться, представитель перестал выходить на связь, а по указанному адресу у представителя AliExpress там оказался обычный жилой многоквартирный дом. Естественно, без AliExpress. Недолго там музыка играла, и китайцы сами убрали эту опцию.
Реально ли гарантия вообще, как повезет? Все полностью зависит от китайца. Я в своей жизни несколько раз отправлял посылку обратно в Китай, и лишь пару раз это было по согласованию с продавцом. Причем продавец мне присылал замену. Это было уже безо всяких защит и споров, но в большинстве случаев отправленный товар они все равно не забирают, ссылаясь на то, что он не приехал, хотя трек-номер отслеживается и по нему была информация, что посылка прибыла. А вообще, даже уже раскрученные на AliExpress бренды по SSD, например, Rino, куда-то в один момент пропадали из продажи и больше не ищутся через поиск. Так что раскрутка бренда мало что значит в этом смысле. И да, вы заметили, как в последние месяца 3-4 упала стоимость твердотельных накопителей? Я очень заметил. Так, SSD Samsung 4 ТБ, тот, который 870 QVO, около нового года стоил 13 тысяч гривен, а БУ новый LX стоил около 10 тысяч гривен. Так вот, сейчас такой экземпляр стоит 9 тысяч гривен в магазине. В полтора раза за очень короткий срок. Самые дешевые SSD на 1 ТБ стоят около 2 тысяч гривен. Еще чуть-чуть, и можно будет думать про внешний SSD большой емкости. Большой — это хотя бы на пару терабайт. Для тех, кто захочет подобный девайс использовать во внешнем кармане через USB, следует рассчитывать на показатели по скорости чуть меньше, чем через SATA. Чуть больше 400 МБ в секунду на чтение и чуть меньше 400 МБ в секунду скорость записи. На диске есть светодиод, который показывает активность работы. Насколько пытаюсь вспомнить, такую индикацию я видел только на китайских дисках. Под наклейками с обеих сторон можно рассмотреть маркировку чипов памяти и контроллера. На канале было несколько видео про разные SSD именно mSATA от разных производителей. Мне лично нравится этот стандарт, так как из него наиболее удобно делать внешние SSD. Они достаточно компактные, что позволяет устанавливать их в карман с торчащим разъемом типа папа, что в отличие от разъема типа мама упрощает использование, так как не нужно носить никаких проводов. Но и компов, как теперь и в моем случае, у которых есть такой разъем на системной плате, также осталось немало. Вообще, такое ощущение, что системная плата какая-то резиновая, ведь за последние 25 лет, имея те же стандарты размеров, вместила в себя почти все то, что было когда-то внешним, и продолжает вмещать. Так еще 25 лет назад даже звуковая карта была дискретной, и звук изначально отсутствовал на материнке, после него появилась сеть 100 мегабит, после стали делать интегрированное видео, причем сначала полностью распаянное на материнке, и только потом стали интегрировать видеоядро в процессор, по сути разрешая заменять интегрированное видео. А сейчас уже есть Wi-Fi и разъемы под накопители, а порой и несколько таких разъемов. Все очень меняется, особенно когда судить не вчерашним днем, а периодом хотя бы в 3-5 лет. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!